Каролина сегодня хочет вам показать, что? Термомозаика. Да, термомозаика. В одном из наших видео мы уже показывали вам, как из термомозаики можно сделать меч Майнкрафта. Майнкрафта, да. А здесь сегодня, как вы заметили, на заднем фоне и на коробочке у нас морской океанский стиль. И вот такой вот у нас наборчик есть. Вот океанский мир. Создай вот термомозаику, из термомозаики сделать. Ну, это даже я не знаю, как термомозаика это по-нашему, а как вот на английском тут по-другому оно называется. Ну, суть такая же. То, что тут надо из воды, нигде не надо, даже вот тут нарисован значок, что не использовать утюги, а делать, пшикать водой надо. Ну, как и в прошлый раз мы делали. С задней стороны тоже расписано, как делать и что. Сейчас мы откроем и посмотрим. Как внутри все красиво. Да, да. Вот такой задний фон красивый будет. Да, с ячейками. Да, вот с такими ячейками, на которые будем мы ставить наши фигурки. Да. Потом, что входило еще? Входил такой карандаш, который заправлять сюда, заправлять вот этими шариками. Сами шарики в пакетиках. Ну, и в других тоже. Карточки. Карточки с изображениями, что можно сделать. Вот дельфинчик, русалочка, морской конек. Ну, какие-то разные. А, двухсторонние они. И вот такие специальные ячейки. Ячейки, не знаю, сетка такая. Вот под низ нужно вставлять. И шарики, как я понимаю, сверху накладывать. Баночка с дозатором, чтобы наливать водичку. И потом пшикать будем. Это уже в конце, когда мы сделаем. Русалочка без хвостика. Ну, хвостик мы и приделаем. Потом вот такой вот сюда вставлять. Наверное, водоросли. Еще разберемся. И вот инструкция. Инструкция Биндис. Вот. Сначала раскрыть, положить и вот в шариками и пшикать. И какие фигурки с инструкция можно делать? А, тоже ж такая. Да, ну да, только тут с другими фигурками. И еще. Так, Каролина, ну что, давай начнем? Начнем делать. Давай шарики. Высыпай. Тарелочку. Да, в тарелочку высыпай. Вот, типа арбиз у нас вышло. Тарелочки, да, как будто бы арбиз. И теперь нам надо вот этот весь арбиз наполнить, только разные как раз. Только мы должны сначала придумать, что мы будем делать, поэтому нам надо выбрать рисунок. Кого ты решила выбрать? Дельфинчика. Дельфинчика? Так, вот у нас дельфинчик. И очень напоминает мне как схема вот для бисера. Тут вот даже написано, надо, например, розовых 21 штука, желтых 42, одна черная бусинка для глазика. Ну, Каролина не хочет такого цвета, она говорит, странный дельфин. Поэтому мы решили сделать его голубым, да? Как настоящий голубой дельфинчик. Правильно? Да. Ну, давай, сейчас нам нужно главное попасть
чтобы так, это значит не с этой стороны. Надо, чтобы шарики вот совпадали с рисунком. Вот. С рисунком. И вот, теперь совпадает. Он в дырочку попадает. Чтобы не сбиваться. Ну что там, Каролина, получается? Да. Да, тебе нравится? Да. Ну, если честно, я в этой ручке смысла вообще никакого не вижу. Можно было брать и ручками просто делать. Ну, для детей, видимо, для удовольствия можно использовать. Им нравится, как что-то там вылазит. Так, вот Каролина сделала такого дельфинчика. Он отличается намного, чем на картинке. Мы сделали его вот такой на картинке, вот такой у нас. Но мы сделали его по-своему. А теперь, чтобы он застыл, надо его спреем, да, попшикать. А я ручку. Так вот так хорошо мы его попшикаем и оставим, не знаю, на полчаса, наверное, оставим высыхать. Вот он даже сразу видно, он начинает склеиваться там на основе. Клейкая основа еще так, уже так, чтобы точно. Клейкая основа, и он быстро сам склеивается. Но все равно пусть он высыхает, а мы пока будем делать что-нибудь другое. Вот мы сделали еще такой хвостик для нашей русалочки. Да! Да, надеюсь, он подойдет. И сейчас тоже нам осталось его попшикать. Вот мы положим сюда. Пока мы делали хвостик, наш дельфинчик уже почти, да, почти высох. Вот тут есть, видно, он уже даже сам вот отходит. Вот. Отходит, и когда он полностью высохнет, он будет готовый. Пока он липкий, пока даже вот трогать неприятно. Он такой как икра. Аппетитный. Только синего цвета. Это я делала. Да. Ну что, продолжим. Что-нибудь еще сделаем. Давай. Ой, мы еще кита сделали. Правда, не так, как там, а мы по-своему. И тоже его попшикаем. Так, вот прошло, ну не полчаса, конечно, как мы говорили, а больше. Мы даже еще и подсушили феном. Наши вот такие вот вышли у нас фигурки. Они даже уже, когда высыхают, отстают от самой сеточки. Вот наш дельфинчик такой. Это вот что? Так, вот такого китика мы сделали. Хвост. Хвост для нашей русалочки. Попробуем, конечно, вставить. Я даже не знаю, как это будет. Но, наверное, вот не ставится. Ну, сейчас мы попробуем. Водоросли. Ну, типа водоросли или домик даже из водорослей для рыбок. И вот Каролина сидела сама, мучалась. Сама сидела, мучалась и сделала такую красивую совушку. Ну, а везде, конечно, ей помогала. И вот, еще такой цветочек она сделала. Цветочек, волшебная палочка. И вот делала. Это типа рыба-пила, наверное. Ну,
без хвоста у нас получилось, не хватило. А теперь мы их выложим. Так, вот это мы, куда мы положим? Сюда, наверное. Вот, кита мы сюда пристроим. Давай сову, наверное, сюда пристроим. Сова, конечно, в подводном мире не вписывается, да, Каролина? Да. Ну, так. И вот это ж как-то надо теперь нам хвостик приделать. А, вот. Вот как получилось классно. И что тут я делаю? Вот такой кондачком. Так, Каролина, а как же нам быть дельфинчиком? Куда же нам его поставить? Или делали, а что-то не подумали, для чего. Он же без подставки у нас теперь идет. Вот он. Мама! Так увидел свою маму. Мама, мама! Я буду с тобой рядом плавать. Нет, вставай. Смотри, чтобы ты не потерялся. Потому что под водой обитает очень много разных и акул. И мурен, и чего хочешь, так что будь рядом с мамой. Хорошо, мама? Ну, как-то мы его пристроили. А цветочек куда деть? А цветочек мы дадим, это русалочка будет. Фея подводного мира. Вот ей дадим цветочек. Это ее волшебная палочка такая, водяной цветочек. И твоя недоделанная... Мурена. Ну что, Каролина, тебе понравился такой классный наборчик? Долго мы над ним трудились. Прям долго, скажем вам, что думали намного легче. Та термомозаика была намного проще, чем вот это. Но зато тут самой даже понравилось. Мне кажется, и детям интересно будет, и взрослым. Пока, подписывайся на колёсико. Пока! Буль-буль-буль! Буль-буль-буль! Ha ha ha!